fashion. Hey, when you wrap your arms around my chest and back, then have a hole beside my back is skin to cut your skin. Hey, when you kiss me gently, softly, I get high from spinning this rope round and off it. Добрый вечер. Мы группа ДФМА. Приветствуем вас. Теперь мы сыграем для вас трек, который мне очень близок. Мне кажется, он очень
искренен. Я надеюсь, вы прочувствуете эту искренность, эту эмоцию вместе с нами. Он называется «Heaven's Bliss». Вы, если что, поближе к нам. У нас тут хорошо. Наверное, да? Поэнергичнее? Да? Давайте! I'm
Спасибо. Ну как вы, как настроение, ребят? У нас тоже очень круто, если честно. Ну, мы едем дальше, наверное, да? Мы сыграем для вас. Сыграем? Сыграем, я думаю, да. Кавер, который я лично люблю с детства. Я думаю, что вы, наверное, его знаете и, возможно, тоже любите. Маленькая пауза, я думаю. Ну как, вам понравился наш кавер, ребят? Это круто. У меня тут для тебя кое-что есть, Ярослав. Ну что? Мы едем дальше? Кажется, да.
Вроде как, да? У нас тут ураган эмоций, понимаете? Ну а иначе нельзя вот отсюда просто. Сейчас мы сыграем следующую песню. Это наш трек, он называется Roller Coaster Ride. И он о том, как иногда жизнь меняется, и мы можем быть просто к этому не готовы, но приходится справляться. Ну что, все вместе? Спасибо. Маленькая напоминалка, это ДФМА с вами сегодня. На самом деле, это наш первый концерт в городе Санкт-Петербурге. Поэтому это для нас действительно очень-очень важно. Спасибо за вашу поддержку. Ну что? Мы сыграем для вас заключительный трек нашей сегодняшней программы.
Буквально чуть-чуть, ребятам, ну, необходимо перестроиться. Но они уже это быстро умеют делать, поэтому, я думаю, долго не придется ждать. Скажите, пожалуйста, а вы любите группу Тул? Да? Это хорошая шутка. Мы все его, безусловно, очень ждем. Я даже недавно напоролась на страничку, которая называлась «Когда же выйдет новый альбом Тул?» И там вот прям только шутки на эту тему. Я, кто бы мог подумать, что столько можно придумать? Да. Что? Жизнь? Шизм? А, боже мой. Я же в наушниках, я ничего не слышу, кроме себя, любимый. Ну и немного там, ребят, приходится тоже слушать. Готовы? Что, извиняюсь? Я даже наушники сняла. Шутить? Я умею петь, вот, вроде как, а шутки, ну, не знаю. Можем поболтать. Нам, видимо, да, не хватает немножечко. Вот струны не дотягиваются, когда так тихо в зале. Кажется, получилось. Thank you.
What's the difference? Спасибо большое, ребята. Это была группа ДФМА. Мы очень эмоциональные. Вот, как видите, и в нашем творчестве, и в том, что у нас происходит на сцене. Спасибо за поддержку.